Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культпросвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Болтком». Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире вновь программа «Культпросвет», и сегодня мы отправляемся в Петербург для того, чтобы выяснить, как создавалась идея новой выставки о петербургском плакате, о современном плакате. Именно поэтому сегодня в гостях у нас из Петербурга в формате встречи в Zoom куратор художественной галереи «Арт Лига» Юлия Рыбакова. Юлия, здравствуйте, доброе утро. И художник, дизайнер, победитель латвийского книжного конкурса «Золотая яблоня» Даниил Вяткин. Даниил, доброе утро. Доброе утро. Таким образом, сегодня у нас разговор с двумя коллегами, с двумя гостями из Петербурга. Вернее, мы в какой-то степени отправляемся в Петербург для того, чтобы заглянуть в пока что неизвестную нам галерею, галерея «Арт Лига». И поэтому я попрошу Юлию, может быть, вкратце рассказать о том, что происходит в этой галерее, каковы основные задачи, как вы видите это арт-пространство. Да, галерея «Арт Лига» работает с 2008 года в довольно известном в России арт-центре «Пушкинская 10». Это первый независимый арт-центр Новой России. Он был основан в 1989 году и вот до сих пор, слава богу, существует. Задачи галереи самые широкие, но в первую очередь, конечно же, это просветительская задача. Мы работаем с очень широким спектром художников. Это и художники второй волны авангарда, и молодые художники. И вот такие проекты, как «Петербургский плакат», мы тоже делаем. Благодарю. Я понимаю, что арт-пространство все-таки осталось, что с 90-х годов оно все-таки существует и предоставляет как бы пространство для молодых художников. Скажите, пожалуйста, молодые художники в какой-то момент становятся мэтрами, может быть, с ними происходят какие-то трансформации. Вы, как куратор этого пространства, какие основные тенденции вы сейчас видите в художественном пространстве Петербурга? Это какой-то особый человеческий фактор, это политический контекст, это как бы вы характеризовали тех, кто оставляет в какой-то степени свои отпечатки в вашем пространстве, потом покидает его и приходят новые авторы? Вы можете создать некоторую хронику? Да, но я могу сказать, что я почти уже 10 лет работаю в этой галерее. Вот, и за это время, конечно, могу сказать, что, как ни странно, мне кажется, что начал какой-то рынок формироваться. Если мы сначала делали выставки художников, которые почти не продавались, то сейчас, мне кажется, как ни странно, на волне пандемии и какого-то, может быть, политических кризисов, которые сейчас имеют место быть, как ни странно, стал формироваться рынок. То есть цены на работы стали немножко опускаться, доходить до какого-то платежеспособного спроса. И те художники, которых мы сначала выставляли, которые не продавались и которые не были особо успешными, сейчас как раз набирают популярность и становятся коммерчески успешными. Мне кажется, вот это самая главная тенденция. С одной стороны. С другой стороны, конечно, социально-политические какие-то аспекты не могут пройти мимо нас. И мне кажется, что мы находимся в каком-то состоянии психологического застоя, я бы так сказала. То есть все напряжены, и это, конечно, тоже сказывается на, естественно, сказывается на искусстве, на художниках, вот это напряжение. И как выражается это напряжение? Вы чувствуете формы, вам видны формы, в которых это напряжение выражается? Ну, я бы сказала так, что мне кажется, это выражается в тех проектах, которые сейчас есть отчасти, потому что они становятся немножко более робкими, я бы так сказала. Сейчас уже по сравнению с теми проектами, которые были 10 лет назад, какие-то политические высказывания, острые высказывания реже люди себе позволяют и делать, и выставлять. Вот, мне кажется, что наш проект, мы тоже его надо сказать, я во всяком случае немножко осторожно тоже к нему подхожу, потому что есть практика, что на подобные выставки в России обращают внимание компетентные органы, вот, но я надеюсь, что все будет хорошо. Компетентные органы, это называются органы госбезопасности? Ну, да.
Хорошо. Надеюсь, они действительно компетентны в искусстве и придут посетить ваши проекты. До середины мая в вашей галерее проходила выставка второго нашего собеседника Даниила Вяткина «Хроники русской глуши». Почему вы обратили внимание на этот проект и почему этот проект в результате попал в ваше арт-пространство? Ну, мне приходит довольно много заявок всяких разных, и я всегда обращаю внимание на цельные проекты. Когда ты видишь работы, ты понимаешь, что это полноценная выставка. Вот ты можешь ее сегодня взять и разместить в галерее. Это во-первых. То есть это профессионально сделанная хорошая работа. Ну и, конечно же, это содержание, это просто очень, мне кажется, злободневная история про обращение вообще к сущности, такой экзистенциальной сущности российской глуши, и, конечно же, с которой мы все родом, скажем так. Вот. Мне показался этот проект очень интересным, и я очень рада, спасибо Даниилу, что он согласился у нас выставить. Перед тем, как мы обратимся к Даниилу... Перед тем, как мы обратимся к Даниилу, который, может быть, чуть больше расскажет о уже прошедшем проекте, а потом сделаем мостик в проект «Будущее», Юлия, я хотел бы снова обратиться к вам с вопросом из серии, скажем, «Социологии искусства», не могу себе в этом отказать. Вы упомянули фактор создания рынка, рынок сейчас на ваших глазах как бы оживился, происходит какое-то движение, люди начинают приобретать работы художников в своей коллекции, но мы хорошо знаем из истории искусства конца 19-го, начала 20 века, что целый ряд авторов долгое время не продавались, как вы выразились. И хорошо помним письма Ван Гога к его брату, когда он спрашивал время от времени, довольно регулярно, не знает ли он, продались ли какие-то работы Сезанна, ну хотя бы хоть несколько малых работ, потому что очень-очень нужны Сезанну тоже финансовые средства. А скажите, пожалуйста, продаваемость как социальное и культурное явление – это нечто, что, по сути дела, рынок может каким-то образом двигать, нажимать на какие-то невидимые кнопки, ускорять что-то, наоборот, замедлять, как бы контролировать темп. Как это происходит? Меня это как культуролога очень интересует. Вот продаваемость, она сравнима с акциями на бирже, с какими-то другими процессами? Можно ли роль пиара и так далее? То есть все-таки это социальный процесс. Ведь это восприятие работы, так ведь? Ну, это очень сложный вопрос. Здесь есть всегда положительные и отрицательные какие-то стороны этого процесса. Но дело в том, что поскольку я работала почти всю жизнь в ситуации, когда ничего с наших выставок практически не продавалось, за редким исключением, то я вижу в первую очередь, конечно, положительный эффект в том смысле, что люди, которые никоим образом не подстраивались под рынок и так далее, имеют возможность продавать свои работы и с этого жить. И это, безусловно, очень важно, потому что для любого человека, когда он что-то делает, и если он может каким-то образом... Ведь продаваемость – это оценка качества, ну, как бы, это не совсем оценка качества, конечно же, да, этот пример, который вы привели, он правильный, но любому человеку приятно, когда его работа не просто где-то стоит, да, а кому-то нужна. Вот. И в этом смысле это, конечно, подталкивает людей к новым проектам, к новой работе, и в этом смысле это абсолютно позитивно. Юлия, благодарю. Теперь, так как это первый раз, когда я общаюсь в Zoom в формате с несколькими гостями, теперь прошу вас отключить на время микрофон, чтобы не создавать, может быть, шумы. Даниил, скажи, пожалуйста, мог бы ты коротко описать главную идею прошедшей уже выставки, прошедшего проекта «Хроники русской глуши». Юлия упомянула, что это как бы цельная, уже совершившаяся, закрытая выставка, которую, условно говоря, сразу видишь. Скажи, пожалуйста, «Хроники русской глуши», их можно определить как-то на карте топографически? Это деревня, это какой-то странный лес или какой-то какая территория, до которой невозможно добраться, или же это глушь урбанистическая? Глушь большого города. Цитируя Булгакова, точнее его героя Преображенского, разруха не в клозетах, а в головах. Поэтому географического месторасположения вот этой глуши, наверное, все-таки нет. Это какое-то... Извините меня за пафосное выражение. Духовное, что ли? Духовная какая-то глушь, что ли? Глушь каких-то ощущений, каких-то процессов, может быть чувств каких-то, еще что-нибудь такое же.
Вот, то есть это скорее что-то неопределимое, да, глушь может быть где угодно. Хотя образы, зачастую, которые использовались, да, они относятся к русской деревне, например, или окраин обычных российских городов. Скажи, пожалуйста, таким вот, образом, может быть, ты выступал в этой, скажем, можно ли укорить тебя в том, что в этой выставке ты выступал как некий горожанин, который, как такой колониалист, открывает для себя, или этнограф, да, открывает вдруг для себя, как в 19 веке славофилы открывали крестьянство, да, и народ, и как бы источник народной мудрости, и искусства, и красоты. Тут, может быть, и ты открываешь некоторую глушь. Ну, в принципе, слово глушь, первое наше впечатление все-таки довольно негативное, да. Но с другой стороны, глушь может стать этнографически очень интересной, и даже как бы можно восхититься, да, обнаружив там что-то такое первозданное, непонятное, неизвестное. Скажи, пожалуйста, все-таки какова основная тональность твоего прошедшего уже проекта? Ну, во-первых, да, я сам себе задаю этот вопрос постоянно. Не являюсь ли я вот таким вот как бы ироничным, исключительно наблюдателем, а вместо того, чтобы быть сочувствующим или даже соучастником каким-то. То есть нет ли вот этой вот такой вот мерзенькой дистанции какой-то такой, знаете, такой вот, как будто немножко сверху на это смотришь. Но с другой стороны, я же все это изнутри из себя, я же сам это все чувствую вроде как, поэтому, наверное, нет. Вот, поэтому не знаю. Выставка? Да-да. Хорошо. Таким образом, я думаю, что о прошедшей выставке наши радиослушатели могут узнать, найдя в интернете «Хроники русской глуши». Там были и телевизионные репортажи, и, мне кажется, довольно яркий визуальный ряд, так что можно взглянуть на прошедшую выставку. Поговорим о будущем. Перед этим я хотел бы, может быть, в ближайшее время, до нашего перерыва в эфире, поговорить о том, какова сейчас ситуация, скажем, с современным российским плакатом. Мы видим, что городское пространство переполнено знаками, материалами, информацией. Информация эта кричит, и мы можем даже говорить о визуальном и текстуальном мусоре. Об этом мы говорили с тобой нередко в прошлом году, встречаясь в рамках нашей программы «Беседа о визуальном». Теперь мог бы ты, может быть, сделать, условно говоря, последний апдейт. Каково сейчас положение плакатов в современном российском публичном пространстве? И как этот плакат, может быть, делится, подразделяется на какие-то группы по своим функциям? А потом перейдем, может быть, к эстетическим моментам. Ну, конечно, плакат в первую очередь, да, сейчас это плакат рекламный. Вот. Но во второй степени это плакат, который информирует о каком-то художественном событии, как концерте, выставке, фестивале каком-нибудь. И я должен отметить следующую тенденцию, что из-за моей какой-то трансформации, из-за этой паузы, вот то, что я вижу сейчас, например, в метро, оно по качеству стало гораздо лучше, чем то, что было раньше. То есть стало гораздо меньше мусора, и даже театры подтянулись и стали выкатывать какие-то афиши приемлемого вполне себе качества. То есть вот такой вот лютого, страшного кошмара непонятного стало все-таки чуть поменьше. Ну и, конечно, из-за сокращения количества мероприятий на улицах этого визуального мусора стало, конечно же, меньше. А с другой стороны, я не могу не отметить, что пространство, да, какое-то экспериментальное, возможно, в котором может существовать плакат, да, какой-то более авангардный, какой-то более интересный, оно, его практически нет. Вот, то есть мы видим довольно много абсолютно стандартных, скучных решений каких-то. Итак, самое лучшее, что мы замечаем, что это просто хорошие, такие чистые, четенькие решения, которые визуальные именно. На которые просто смотреть не стыдно, да, но какой-то вот эксперимент, какую-то вот интересность, какую-то фишку мы видим довольно редко, то есть за исключением там пары мест,
как пары театров, там, которые что-то действительно делают, вот именно на улицах, такие вещи видеть довольно сложно. Даниил, спасибо большое. На время попрошу тебя нажать микрофон, и тогда я хотел бы обратиться к Юлии, может быть, процитирую как раз фразу Даниила: «Лютый страшный кошмар происходил в какой-то степени в плакатном искусстве до пандемии». Юлия, вы уже упоминали роль этой некоторой паузы, скажем, замедление времени и пространства во время пандемии. Скажите, вы как куратор, где, как вам казалось, существовал лютый страшный кошмар вообще? Он был или это, может быть, некоторая поэтическая, скажем, фраза и версия Даниила? Ну, я честно скажу, не заметила, может быть, в каком-то смысле вот разницы с тем, что было и что стало, но... Если мы говорим о середине 2000-х и о том, что есть сегодня, вот тут разница, конечно, принципиальная. И какова она? Могли бы вы ее сформулировать? Какова она? Так, более, скажем так, легкий был подход, скажу я мягко, к всяким дизайнерским решениям в рекламе и также в афишах и так далее. То есть, конечно, хотелось просто скорее закрыть глаза и лучше на это не смотреть. Сейчас, когда идешь по городу и видишь рекламу, даже такую вполне себе обыкновенную, то мы уже видим совершенно другую картину, и часто можно получить действительно визуальное удовольствие от просмотра всего этого. Причем это же сказывается, это, видимо, какие-то такие, я бы сказала, глобальные процессы, потому что то же самое можно сказать про вывески, которые в городе появились, да? То есть люди стали к вывескам своих заведений подходить совершенно иначе. И мне кажется, что это какой-то общий процесс. А что стоит за этим процессом? Если мы опять вернемся к моей излюбленной теме социологии искусства, что-то происходит с потребителями этого пространства, с потребителями этой информации, каким-то образом потребитель сообщает свои, не знаю, желания, претензии к качеству визуальных образов. Ведь каким-то образом происходит это изменение, это просто... Ну, вряд ли можно это списать на некоторый духовный рост, допустим, коммерческих предприятий или владельцев, что они решили тянуться к красоте, да, но это было бы довольно забавно, да, и, скорее всего, нереально. То есть что-то все-таки в обществе происходит, что дает им знать о том, что что-то нужно менять? Или это вопрос моды? Может быть, ну, мне кажется, что это и вопрос моды, и действительно... Мне кажется, что не так уж смешно говорить о изменении вкусов, потому что мы видим, что и у потребителя запрос на другое, более тонкий становится. И люди, которые держат эти заведения, это люди уже другого возраста, чем там, 15 лет назад. И они транслируют свой вкус и вовне, поэтому мне кажется, что... Отчасти здесь не столько какие-то социальные явления, сколько вот общеэстетические, которые в обществе присутствуют. Причем, если мы поедем в какой-нибудь Петрозаводск, например, Петрозаводск, не обижайся, пожалуйста, то мы увидим там тот визуальный ряд на улицах и в рекламе, который у нас был там 10 лет назад. Это бросается в глаза. Но, с другой стороны, и там тоже все постепенно меняется. И мне кажется, что это... какие-то такие очень сложные, тонкие процессы, которые вряд ли мы сейчас сможем объяснить. Хорошо, тогда задам еще один вопрос, может быть, вам обоим, и каждый, я был бы рад, если бы каждый мог высказаться. Вопрос, связанный с еще одной функцией плаката, это все-таки, и хорошо, довольно четко мы это видели в период перестройки позднего Советского Союза или начала 90-х, плакат – это еще и участник политического процесса, да, это некоторый отпечаток политических мыслей, может быть, каких-то конкретных партий, группировок, фракций и так далее, и так далее. В любом случае, это выражение определенного политического мнения. Скажите, пожалуйста, за последний период, мы сейчас не будем вдаваться в политический процесс, так или иначе мы знаем, о чем идет речь, давайте, может быть, поговорим как раз о роли плаката в политическом процессе сейчас в стране, где, ну, происходят довольно быстрые изменения в объеме и в интенсивности гражданского общества. Становится ли плакат чем-то новым, чем-то большим, чем он был раньше? Какие-то новые функции, роли? Большим, наверное, нет. В том смысле, что...
Плакат — это, конечно, в основном тиражная графика, да, она должна распространяться, должна где-то висеть и так далее. И именно как печатный плакат, это все довольно сложно. Зато теперь можно, например, как вот один из участников нашей выставки, Миша Маркер, да, можно сделать плакат один, повесить его где-то в одном месте, а потом через социальные сети это все расходится гигантскими совершенно тиражами, видят это там тысячи и тысячи людей. Вот, то есть такая вот интересная получается штука. То есть, с одной стороны, вещь физическая, печатная, да, но тиражирование идет ее совершенно другими способами. Сказать, что есть какое-то сильное движение, именно плакатное, в политическое, но, наверное, это опять-таки какие-то индивидуальные периодические какие-то вещи, которые люди делают для того, чтобы высказать свои эмоции, выходя там на какие-то митинги, возможно, или еще что-нибудь такое же, или как была акция, монстрация, например, когда все выходили со своими какими-то идеями, какими-то визуальными решениями, какими-то текстами и так далее. Вот. Или плакат существует как форма высказывания, да, то есть все равно у плаката есть свои какие-то эстетические характеристики, вот, по которым он подходит, да, и именно в этой форме получается некоторое высказывание, да, но плакатное по сути, по своей форме, но не плакатное по своей, например, тиражности, да, угу, своему распространению. Да. Даниил, спасибо, у нас есть еще 2 минуты до того, как мы идем на перерыв. Юлия, пожалуйста, ваша версия о плакате как участнике политического процесса вот, в современном российском обществе. Ну, я абсолютно согласна с Даниилом и хотела бы единственное отметить, что вот да, плакат перестал быть, вот политический плакат, такой агитационный, я бы даже сказала, часто перестал быть тиражным. И как и многие вещи, которые переехали в интернет, раньше, чтобы твой перформанс состоялся, нужно было, чтобы его увидело много людей, собралось физически. Сейчас достаточно сделать его в каком-то пустынном месте, записать это на камеру и выложить в интернет. То же самое с плакатом произошло. Сейчас не обязательно его тиражировать физически. Часто люди его вообще не распечатывают, а просто размещают в социальных сетях или в каких-то, ну, просто в интернете. И в итоге функцию-то он свою не теряет на самом деле. И, по сути, он точно так же влияет, как и раньше. Вот. И в каком-то смысле он даже дольше сохраняется, потому что на улице его можно сорвать и так далее, а в социальных сетях он продолжает тиражироваться. Благодарю, вот. Юлия, Даниил. Мы продолжим нашу беседу буквально через несколько минут после рекламной паузы и вернемся вскоре в студию. Радио Болтком.
День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день снова. Мы вернулись в студию. Программа «Культ просвет». И сегодня мы опять в нашем воображении с помощью СМИ и с помощью технологий вернулись в Петербург, где в гостях находимся у Юлии Рыбаковой и Даниила Вяткина, которые рассказывают нам об идее создания новой выставки современного петербургского плаката. В первой части нашей программы мы поговорили о таких явлениях, как продаваемость художников, об изменениях и движении рынка, также о выставке, которая уже закончилась в галерее «Арт-лига» о хрониках русской глуши. И теперь возвращаемся к разговору о плакате, в том числе и как участники политического процесса. Сегодняшние наши гости в студии, Юлия и Даниил, решили создать новый проект, связанный как раз с состоянием современного петербургского плаката. Я хотел бы обратиться тогда к обоим нашим собеседникам. Пожалуйста, расскажите, как зародилась эта идея, почему, как вам кажется, она сейчас актуальна? Юля, как зародилась эта идея? Началось все с того, что я просто размышляла вообще о феномене плаката и поняла, что когда речь идет о плакате, например, 20-х годов или военном плакате времен Второй мировой войны, у меня более или менее есть какой-то в голове сформированный образ, что эти плакаты из себя представляли, есть какое-то обобщенное представление. А когда я думаю о современном плакате, у меня этого обобщенного представления нет. Я не представляю себе, что такое современный плакат. И именно поэтому я решила сделать такую выставку исследования. Но поскольку плакат – это совсем не моя вотчина, скажем так, то я тогда предложила Даниилу объединить усилия, сделать этот проект вместе, поскольку он в этом специалист. Вот. И вот так это все и получилось. Благодарю. Напомню также, что Даниил несколько раз бывал в Риге как лектор и выступал с гостевой лекцией на тему истории плаката, российского плаката, как бы и советского плаката. Хорошо, Даниил, если идея, зародившаяся идея нам теперь ясна, какова будет структура и вообще здание этого проекта? Каковы будут элементы? Что будет входить в понятие выставки исследования, о котором сейчас упомянула Юля? Мы пригласили несколько известных, хороших, качественных, таких эталонных плакатистов, в том числе там того же, как упомянутого выше, Миши Маркера, такого петербургского плакатиста, крайне заслуженного Александра Фалдина, замечательного плакатиста Дмитрия Мириленко. Ну, я там тоже повешу немножко с краешку. Вот. В остальном... Вообще было много мыслей, каких-то ощущений, как это вообще, в принципе, должно выглядеть, потому что, как Юля сказала, если говорить о 20-х годах, есть какая-то некий образ плаката, который был в те времена, как он выглядел особенным образом, но мы живем не в 2021 году, Получается такое дело, что плакат очень, как и любое, визуально, не визуально, любое искусство, оно крайне разнообразно. Плакат крайне разнообразный, и форм его тоже очень-очень много. Это и иллюстративный какой-то, и текстовый, и более классический, и менее классический, совсем какой-то авангард безумный. Вот. И среди этого всего нужно было, мне все время казалось, что должно быть максимально широко отображено все какие-то более-менее явственные какие-то тренды, может быть, так сказать. То, что наиболее актуально, с одной стороны, с другой стороны, если говорить о срезе именно питерского плаката, прислано было там абсолютно очень-очень-очень разные работы на очень-очень разные темы. Там и рекламные, и политические, и плакат, какое-то личное внутреннее высказывание, каких-то внутренних своих чувств, переживаний, эмоций, которые в какой-то степени, может быть, на социальную тему тоже откликаются, и афиши к мероприятиям, афиши к фестивалям и так далее. И при отборе я старался сделать так, чтобы
максимально был вот спектр всех возможных и невозможных плакатов, визуальных решений. Можем ли мы сейчас попробовать создать некоторую структуру тех работ, которые были присланы? Я имею в виду, каким образом можно было бы их классифицировать? Прежде всего, сколько работ было прислано? Сколь интенсивный был, как бы, насколько интенсивно отозвались авторы на ваше предложение? Юля, насколько интенсивно? Ты специалист. Мне кажется, что довольно интенсивно. Я боялась, что заявок придет много, коль скоро локализация была петербургская. Вот. И сколько в Петербурге дизайнеров? Конечно же, их много, но сколько из них пришлет свои заявки? Прислало более 50 человек. И мне кажется, что это хороший показатель для города. Вот. И надо отметить, что вот все основные ведущие точки притяжения дизайнеров, они так или иначе откликнулись на наш призыв. Это и Союз художников, где есть секция плаката, и Высшая школа дизайна. В общем, мне кажется, как-то удалось нам донести свою идею. И то, что нам прислали, можно разделить условно на действительно рекламный плакат. Есть, кстати говоря, еще отдельная категория, довольно большая, это учебный плакат, потому что нам довольно много заявок прислали студенты, которые, например, делают афиши для каких-то вымышленных мероприятий. Это очень тоже любопытный такой жанр, в котором мы в первую очередь, конечно, оцениваем какие-то дизайнерские эстетические решения. Но, тем не менее, здесь мы можем тоже видеть какие-то тенденции. 50 человек отозвались на ваш призыв, на вашу идею. А каков, собственно говоря, был этот призыв? Более 50, да? А какова была основная информация? Если я открываю где-то в соцсетях информацию, получается, что я обнаруживаю некоторое приглашение к участию в выставке. А каковы, может быть, содержательные какие-то временные рамки вашей идеи, вашего проекта? Что включается и что осталось за границами проекта? Хорошо. Опять-таки, тоже интересный момент такой, потому что название выставки звучит как «Петербургский плакат здесь и сейчас». Вот, поэтому тоже вот у нас много было споров, какие работы отбирать, не отбирать, потому что было множество... Вообще, очень сложно было выбирать, потому что действительно... По некоторым техническим соображениям, которые мне не подвластны, наша встреча в Zoom прервалась, и тем самым я полагаю, что прервалась она довольно-таки бесповоротно. И поэтому, к сожалению, видимо, я вынужден сейчас прервать нашу программу. Приношу сердечные извинения и тем, кто участвовал сегодня в нашей беседе, и Юлии, и Даниилу, а также нашим радиослушателям. Мы постараемся впредь избегать подобных технических неполадок. Благодарю за то, что слушали нас. Все-таки нам кое-что удалось узнать, и, видимо, продолжение тогда следует. Спасибо и до свидания.